Всем снова привет, с вами Дагот. Первый месяц в игре Воги с сетом у нас подходит к концу. Это шестой день четвертой недели. Ух ты. Где зеленый был? Что-то я не понял, еще раз. Сюда добирался, но, видимо, не добрался. Видимо, мобы здесь ему устроили горячий привет. Хорошую встречку. Сколько немножко. Сколько лишней не бывает. Это я знаю на своем опыте. Так, ты тут собираешь всякие приколы. Собирай. Экспертная меткость. Ну, пусть будет меткость, тоже на самом деле не самый плохой вариант. Даже не знаю, у вас все такое вкусное, что же взять? Базовая обучаемость. Вот этот хороший скилл сейчас. Очень замечательно заходит. Так, поехали дальше за голдой. Может, тебя тоже сюда отправить? То, видимо, здесь надолго. Что ты с одним пацаном будешь там делать? Давай. Ходи гуляй. Вася. Ну, тебе пора в замок, собственно говоря. Там переростик скоро, все дела. Так, ты тут сидишь на респе. Молодец. Так, окей. Я хотел забрать своих ангелов. Что-то они мне еще в бэкпаке не лежат. В армии не впрягаются-то, а? Непорядок. То вот это вот, что без ангелов ходить тут, понимаешь, не приходится. Ну, подземка. Где-то здесь. Так, ангелы, привет. Точнее, пока еще не ангелы, пока еще грифоны. Которые не знают, что им нужно спасовать. Так, грифоны, скорость 7, скорость 10, здесь скорость 8, здесь и того хуже, да? Значит, нужна спешка для начала. 8, да? 9. Вот, я знаю, что можно сделать. Надо этот финт ушами. Дать грифончикам слепоту. Аж на 12 раундов. Жалко, не добиваясь одной плюхи. Было бы очень замечательно, на самом деле. Пришел, ударил. И все. Так, этого мы ударим. Мы уберем, как бы ждет. Этим мы добьем. Одинаково, да? Ну, два этого ударим. Ну вот зачем тебе половина, блин? Нехороший, блин, грифон. Вот реально, нехороший. Вот это вот уже интересней. Ребята, вы не того бьете, вот у вас есть целый, блин, пацан, который буквально просится. Ясно. Ладно. Придется грифонам объяснить, что они не шарят нифига, как вести дела. Одного заслепим кого-нибудь, допустим, вот этого. Ожидать. Эти ушли, пацаны, эти ушли, эти, блин, тоже плохо как-то уходят.
Ну, скорость такая маленькая. Вот сюда уходи. В общем, вот, я придумал хорошо. Бум. Ну, тварь, ну что ж ты делаешь-то, ну? Теперь я, вот теперь я, блин, злой. Вот реально, теперь я вообще пипец какой злой стал. Что, мне второй раз приходится хилить этих, блин, лучников. Все, хана тебе. Хана тебе. Следующий ход тебе хана, ладно. Сюда отошли. Тебя отошли сюда куда-нибудь. Видимо, вот так вот как-то. Вот, вот это уже разговор по существу на самом деле. Здесь надо, наверное, всех. Уходит в сторону на деф. Так. Этих ход 10, да? 10 это много на самом деле. Ну, на самом деле мы можем сдвинуть всех на чуваков отсюда вообще. Или кинуть на тебя медлительность. У меня есть медлительность? Да. Медлительность. 7. 7 это уже получше. Это я вот этими ударю, это я вот этими ударю. Даже эти стукнут. Ну, вот это и прекрасно. 5400 опыта, вообще зачет. Просто зачет. Экспертная тактика. 4 ангела. Ну, 4 ангела на самом деле того стоили. Повоевать немножечко. Вот, наверное, как-то так это будет выглядеть. 12, 9, 5. Да, 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 да. Мне уже нравится. Мне уже нравится то, что я вижу. Такое так. Дубина. Мне нужно забрать свою дубину. В конце концов, сколько можно без нее ходить? Так хожу голый, блин. Без артефактов, чисто на этих статах. Ёлки-палки. Так, для начала спешка на не тех, блин, пацанов. Этих надо было. Ну ладно. Все равно угры далеко не ходят. Ждать, не ждать. Этот ждать, ждать. Ждать сюда. Да нифига, ты еще даже дойдешь сейчас. Интересно. Кстати, ты так ничего так меня стукнул на самом деле только что. Да, яркий пример того, что как бы маловато дефа еще, мало вас там. Сюда, наверное, этих лучше.
Такс. Этим я подожду, этим отойду. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, ты иди в блок, этим их добить. Эти пропускают ход, Ждать, стрельнуть. Еще раз стрельнуть. Стрельнуть. Добить. Замечательно. Просто замечательно. Так, здесь сейчас я, наверное, возьму-ка себе... вот так сделаю, да. Штука опыта. Какая прелесть. Какая замечательная прелесть. И на краще обра. Вот, а теперь у меня стало 11 атаки. Это очень уже немало, на самом деле. Реально, на самом деле, немало. Здесь я был. Осталось пополнить немножко МПшечку, да? Да, удвоить буквально. Так, этот сидит здесь в засаде. Стройка, шестой день. Портал славы не хватает. Чего не хватает? Голды не хватает. Прикол. Ну, раз не хватает голды, значит, наверное, сейчас в этот день строить ничего не буду. В следующий ход построю портал славы. Здесь что можно построить? Можно построить префектурку, да? Ну, такое удовольствие. Лучше я построю префектуры. Да, цитадельку. Или сад жизни, да, цитадель. Я на следующем ходу успею построить, если что. Вот, как-то так это будет выглядеть. Героев полезных нет. Да, всякие такие вот. Этакие. В общем, это был предпоследний день месяца первого. С вами был Дагод. Всем удачи, всем пока.